Так, всем привет. Ну, всё, Да я уже снимаю, блин, чё ты? Так, всем здравствуй. Можешь успокоиться? Выдохни. Так, ребят, всем здорово. Сегодня будет у нас небольшой обзор тачки. Очень крутой тачки музыкальной. Не знаю, как называется. Да, блин, успокойся, реально, неадекват. Таких неадекватов ты не знаешь, что делаешь. Мы тут собрались обзор делать, а ты не дерешься. Да. Все, успокойся, я... успокойся. Да, пойдем, хорошо. Пойдем показывать тачку, короче. Такая тачка у нас будет на обзоре. Купил я у Бенни за 32 тысячи долларов. Она такая музыкальная, ее затянуть можно. Купил я здесь всю модификацию и затянул по полной. Давайте. Блин, что, в салоне что ли показать может, а? Да, давай. Давай в салоне покажем что-то. Садись. А, дверь открытым оставить. Ладно, я потом оставлю дверь открытым, чтобы все равно сейчас давай видать первого лица. Так, в салоне. Так, что у нас в салоне? Обычный американский салон, покрытый красный замш. Что-то не умею говорить я. Белая. Что ты сказала? Смотри, а то выстрелил как в голову. Так. Да. Белая панель приборов. Что-то было. Ты у меня стекло сломала? Нет. Ладно. Короче, белая панель прибора. Руль тоже белый. Так, салон кожаный. Везде динамики в дверях. Сейчас. Блин, камера. Нельзя вниз посмотреть. Ну, выйдем. Сейчас. Давайте открою двери. Сейчас. Все. Покажу, сколько динамиков тут. Так. Вот так. Смотрите, какой красивый салон. Трехместный. Внутри. Очень много динамиков. Смотрите, какой панель. Да. Но почему ты это делаешь? Ну как-то прогрузить обстановку. Я импровизирую. Я людям показываю, блин, свою тачку офигенно. Ты не убираешь. Ну что? Так уйди с моей тачки, блин. Ты встала, сейчас дверь сломаешь. Уйди. Ты дверь закрыла. Теперь у меня дверь не открывается из тебя. Почему? Подправлю, подожди. Что ты подправишь? Сейчас будет нормально. У меня багажник не работает. Да подожди ты, да блин, ну что за неадекватно. Вот, все. Смотри, смотри, он сейчас должен открыться. Вот посмотри, нет? Не открывает. Я думала, я этим помогу. Все, ты сломала мою тачку. Так. Надо поехать, сейчас. Поеду с моим. Ну, короче. А, кстати, на нем даже гидравлика есть. О, дала? Смотри. О, видишь, сейчас говорю. Че ты говоришь? Да ты что, ничего не делала. Ты что, мне доступ я. В машину закрыл? Да ты серьезно? Надо. Да хватит, не ломай пока, да я хотя бы обзор до конца сделаю. Смотрите, в багажнике очень много тоже этих динамиков. Да? Ну иди смотри, что ты там стала, блин. Обзорчик называется. Я это все уже видела. В смысле? Так, смотрим. Сколько там? Можешь посчитать, сколько там динамиков? Серьезно? Нет, у меня дверь закрыта. Сейчас открою. Чё? Вот, вон, посчитай, сколько времени. Даже присесть не могу. И я присесть не могу.
три, четыре. Так, я вижу только два больших. Три по богам. Так. Три по богам. Три, а не четыре, да. Восемь, девять. Пока девять. Десять. Десять динамиков сзади. И на дверях очень много по сколько? По 15, да? Да. 18. Маленький еще не считает. Ну, короче, 18 динамиков на дверях. 9, да, было. 9. Сзади. И мотор смотрите, такой офигенный. Мотор. В 12, да. 18, сколько там килограмм? 4 доллара. Так, я установил сюда эти гидравлику. У меня дверь отвалилась, ты видела? Я ничего не делала, если бы можно заметить. Это все ты. Короче, у меня установлена гидравлика на все 4 колеса. Колеса. Четыре колеса, да? Колеса, да. Смотри. Очень мощная гидравлика. Машина по чуть-чуть разваливается. И ты стоишь в воздухе. Ты, наверное, просто не поставил этот броню на 100%. Смотри, у меня даже дверь не закрывается. У меня замки все сломались. Смотри, не закрывается. У меня сейчас из-за тебя, из-за этой двери. А, кстати, динамики пропали на двери. Видишь, нет? А ты что стоишь на месте просто? Так, сейчас я открою, покажу вам музыку. Так. То есть, услышите его или нет? Хотя там медленно, ну, и тише будет, потому что дверь отвалилась же. Вот, сейчас включу. Так, дистанционную. Танцуем. Давай я похлопаю тебе. Дэнсон. Так, неоновые огни включить, фары все включил, короче. Что-то не громко, да, играет музыка? Сейчас нет. Я не удержалась. Да что ты делаешь? Я просто захотела тебя убить. Блин. Че, погнали потестим эту тачку, что ли? Да, погнали. Время прошло тестов, а то, блин, что-то... Никак не доберемся. Доедешь до меня? Давай, так доедем. Так ты доступ закрыл к тачке. Как я к тебе ну доеду? Ладно, ладно. Сейчас открою. Транспорт, доступ. Открыл. Ну пассажиры, все. Иди сам. Ну, блин, если ты за рулем будешь, то это все капец. С тачкой да, можно прям попрощаться. Куда ты села? Так, сейчас. Нет. Так. Почему менты за мной гонятся? Они не за тобой, они за мной. Я что соберу, не переживай. Боковая дверь так и не закрывается. Все, закрылась вроде. Так, чё, по каким? По горам пойдем сначала, то есть, или куда? Или по бездорожью? Да, может поездим. Давай по горам сейчас. Нормально. Мы управляем, она быстро, просто не держит. Ну, она очень хорошо держит дорогу. По асфальту именно. А так по горам сейчас тоже посмотрим. Я это поднял. Оп. Так, надо нам перевернуться. Смотреть на гидравлику, как работает. Ой, блин, все сломалось. Так, смотри. Да, тачечка уже не в лучшем состоянии. Прыгай, да, хорошо? Мощная гидравлика стоит.
бампер задний висит, как на соплях. Ну, сейчас тоже отвалится по пути. Наверное. Так, куда? Давай вниз. Поедем. О, бездорожье как раз нам, что нам и нужно. Так, давай видать салон включим. Без двери так классно ехать, что не представляешь. Дует, да? Проверка. Так, сокращаем. Ой, 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 ой. Сюда, сюда, сюда. Я думаю, она везде будет ехать, потому что, блин, она же на полностью прокачанная. Можно даже во время езды поднимать и опускать. Угу. Хороший дрифт и в столб. Единственный. По нашему пути. Так, блин, что еще показать? Ну, что еще показать? Ну что, выводы, стоит ее покупать, нет? Ну, определенно стоит, потому что... потому что... Ну, стоит, короче, покупать. Для коллекции. Для коллекции, да. Любителям музыки. Ну, она так крутая, тачка очень крутая. Есть еще боевая версия, можно починить. Боевую версию. Боевая версия вообще бомба. Но там музыки нет. Там колхозно все. Вот так вот. Не, ну машина офигенная. Не знаю, кому как. Но мне очень нравится. Расцветки можно менять, да, классно ставить. Расцветки, да, классно. Там надо их открывать постепенно. За какие-то миссии дают. Че, хочешь поводить? Ну давай. А, ну правильно, ты разбили тачку, теперь даешь мне поводить. А она еще не вся разбита. Ты можешь ее добить. Садись. Поехали. Ну такая, блин.